Оба! Здорово, бандиты! Итак, мы мчим в Нижний Новгород. Мы выехали в 7:30 утра. Сейчас уже 11:35. Ехать нам осталось еще часа два. Запасаемся патчами. Вчера у нас был Ярославль. Экстренно мы погуляли. Немножечко поснимали вложек. К сожалению, времени на съемки очень мало. Я не уверен, что сегодня по-нижнему нам получится нормально погулять. Но мы будем очень стараться. Для вас стараемся. Цените. Поставьте этот лайк, колокольчик. Подпишитесь на канал. Мы обгоняем грузовики красное и белое. Надо брать было на абордаж. Ближе. А в итоге выхватим. Пачку яиц, помидоры. Как спится? Как осьминог. На кухне азиатской. Туда-сюда не хватает. Вот мы и в Нижнем. У меня замечательный номер. Похоже на больничную палату. Но зато у меня прекрасный вид. Посмотри, какой Нижний Новгород. Каков Нижний Новгород? Вот там вот Нижний Новгород, так сказать, прошлого, а вот Нижний Новгород, так сказать, настоящего. Пока мы выгружались из авто, лил просто страшный дождик. Я думал, что мы уже никуда с вами не пойдем гулять, но вроде он стихает, и у нас есть надежда. Надежда – прекрасное чувство. Мы находимся в комфортабельной гостинице «Ибис», и здесь предоставлено все, даже место для удара головой. Вот это вот, это этаж, который будет у вас после того, как вы ударитесь головой. Welcome to you. Merci. А сейчас Сережа хочет обратиться ко всем знатокам английского языка. Скажите, пожалуйста, staying alive, это наслаждайся жизнью или выживи, останься в живых? Вот скажите мне. Это реклама ресторана, это мы сейчас узнаем. А, типа поешь и останься в живых. Ни одно место для удара головой нашел. Это уже второе. Да. Без уха. Без уха, я пока только одно. Но еще. А я уже, видишь, встретился. Впереди. Значит, впереди. Может, мы это. Удароголовые братья. Возьмем тебе стул, поставим. Мне стул? И сдвинем стол чуть сюда. Вот смотрите, это наш организатор смышленый. Ой, голова. Итак, мы остались живы и выдвигаемся на прогулку. Но у нас появилось дело. Куда? Мы идем не просто так. Мы ведем нашего коллегу. То есть меня. То есть его. Куда мы тебя ведем? Мы идем к Лору. А вот здесь вот метро строят. Вот видите, вот так вот и строится метро. Шприцом. Большим. Вот нам нужен такой же шприц у Лора. Только поменьше. Изящнейший деревянный тротуар. Аутентичненько. Симпатично. Симпатично, конечно. Шарики опять же на деревьях. Это не яблоки, это шарики. Это для красоты. Да. Тебе нравится Нижний Новгород, Сережа? Мне нравится Нижний Новгород. Достопримечательность места. Да? Метро, это хорошо. Да. Правда, мы в метро не пойдем, мы просто здесь, я так понимаю, как им пользуемся сейчас, как подземным переходом. Но все равно приятно понюхать запах метро. Так раз. Вкусно перед Лором. Так раз. Поехали. Долгая поездка. Сейчас финик. Устал. Что тебе что-то делают? Делают, чтобы тут делать больше нечего. А надо все бросать и идти на концерт уже. Собираться.
Эх, лук, лучок. Зеленый, зеленый лучок вещь. И сразу после вора. Лучка? Лучка, конечно. Лучка нам два пучка. Мы как будто бы уже в центре. Какие-то домики как-то так все. Зеленое насаждение, они как-то определяют немножечко центр. Смотри, красиво же, центр. А вот и клиника, в которую мы пришли. Что-то вы попутаете. Как будто бы его это самое из пирамиды раскопали и сюда. Помыли. Да. Сюда помыли. Сюда помыли. Это можно прочитать же. Это же по-любому какие-то гадости написано. Да. Фараон лох. Там написано, ну хотя бы раз нарисуйте меня в нормально. Это люди, которые будут сейчас Сережу помывать, да? Сережа, пожалуйста, как ваше впечатление от посещения врача? Очень хорошо, мне очень понравилось. Я думаю, что следующее, которое состоится буквально через 20 минут, мне понравится больше. Потому что там будет что-нибудь произойдет. Нана, вы можете как-то прокомментировать ситуацию? Вы можете объяснить нашим телезрителям, что сейчас происходит? Они в недоумении. Сады лифт, ребят, посмотрите, какой лифт прекрасный. Мы гуляем. Короче, Нана привела нас в эту клинику. Вот. Мы хотели через парк. Я хотел через парк. Я говорю, где парк? Они говорят, что ты со своим парком? А я говорю, ну парк же был. Там должен был быть парк. А я говорю еще, мы же не туда идем. Вот смотри. Она говорит, доверься мне. Доверьтесь мне. Я вас отведу куда надо. Ну я же показала. Сусанин, ну, мы точно идем туда? Мы уже почти пришли, сказал Сусанин, срывая пальмы банан. Итак, мы приехали в следующую клинику. Мы знакомимся с клиниками города Нижний Новгород. Детскую клинику. Чтобы Сереже было не страшно, мы привезли его в детскую клинику. Может быть передана информация о состоянии моего здоровья или состоянии лица, законным представителем которого я являюсь, в том числе после смерти. Мне же всего лишь гланды почистить. Я никому не скажу. Чего не скажешь? Возьмем зажигалку. Пыль. Воздушные фильтры. Подожди, подожжем детскую клинику. Ты думаешь, это весело? Я очень хотел вам снять, ребята, как этому льву полезут в пасть. Но меня не пустили. Поэтому ждем, нервничаем. Скрестили пальцы. На ногах тоже. Короче, Гока мы вернули, и мы уже приехали, ребят, в клуб. Сейчас пойдем смотреть клуб. А ниже не новгородский. Пацаны, как клуб называется? ДКРТ. Вот и он. Тот клуб, тот самый клуб, где была придумана та самая декартовая система координат. Ну, как тебе отлично? Здравствуйте. Опа! Какова красота! Очень громко, очень громко. Ух ты, как тут симпатичненько. Класс. Смотри, туалет вот там, первая дверь. Запомнили? Туалет вот там. Первая дверь туда. Да. Это гримерка у нас, да? Здорово. Это блок, а это блок. Гримерщика. Здесь еще есть интересный звуковой эффект. Вот когда сюда подходишь, ты слышишь, как бы. Да. Да, вот подойди, ну-ка, я думаю. А ну-ка. Э-э-э! А это прям выход на сцену? Да. Выход на сцену. Класс! Как выяснилось, мы в самом центре города, смотрите, надо идти туда гулять. Она против? Она против? Окружной суд. Ты будешь любоваться видом из этого окошка. Я еще и Кеди забыл в гостинице, потому что я собирался очень быстро, потому что вы мне сказали, что надо сразу идти в клуб. Да.
Все равно не туда пришли. Все равно не туда пришли. Все, пошли интрузку включать. Кешич, пошел. Да? Все готовы? Да, да. У тебя корня где закрыли. Где корень? Обычно, блядь, надо проверить, что там закрылась, может, дверь. Не изменяй традиции. Опять меня чуть не забыли. Оба! Красиво. Нижний Новгород. Сереж, мы тебя ждем. Да. Мне нужна минута, подождите. Какая минута? Каждая минута на счету, чувак. Если вас когда-либо интересует, почему мы не выходим вовремя, то вот, блядь, почему. Потому что почему? Мы не можем собраться. Да. Я что-то потрогал. Ну ты идешь, блядь. Да, я здесь. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. Every night is a Saturday night. This is Saturday night for me! Рядом вас видеть!